Всем привет, дорогие друзья, с вами Виндет, и надеюсь, вам понравилось часовое прохождение. Это мое первое часовое прохождение, которое я делал. Ух ты. Вот он, монстр, которого мы видели в прошлый раз. Непонятно, что он делает, вроде кивает головой, вроде бы еще что-то делает. Непонятно, в общем. Итак, у нас появилась комната, в которую мы должны идти. Она находится наверху. И там стоит перемотка времени. Так, опять записки. Записки сумасшедшего. Так. It's not here... Непонятно. Глаза не должны у тебя привыкнуть, нет? Нет, отлично. Перемоточка. Отлично. Перемотки — это хорошо. Так, идем искать дальше перемотки. О, на улицу. Идемте на улицу. Хотел найти перемотки, я пошел на улицу. Так, здесь прохода нету. Идем здесь. Что-то кто-то стучит. Опять что ли тележка? Надеюсь, здесь тележек не будет катающихся. А то от этой наркомании мне как-то самому не по себе. Наркомания в кнок-кнок. Потрясающее название для летсплея. Но я не буду его использовать, так как есть уже единое название. Так. И что это за полоска такая? Куда нам идти-то вообще? О, девочка. Привет, маленькая. Ты где? Ты где? О, ты куда... Что-то мне не внушает доверия эти листья. Я же вижу там ноги. Что-то подозрительно как-то. Очень подозрительно. Ну, попробуем подойти. Ага, исчезли. Отлично. Так, что-то полоски все ближе и ближе к нам. По бокам полосочки какие-то непонятные. Опять... Ну-ка, пропал. Нет, вот к тебе и подходить не буду, потому что эти полосочки все ближе и ближе ко мне, когда я к вам подхожу. А я не хочу. Я, наверное, из-за этого проиграю. Так. Да ё-моё, где дом? Я хочу обратно... Эй, парень с коробкой! Здорово, чувак, как дела, давно не виделись. У меня все хорошо. Так, а где девочка? Блин. Опять лисик. О, парень с коробкой. Еще один. Как дела, чувак? Блин, весело. Веселая игра. Блин. Эти листики меня уже раздражают потихоньку. Их как-то много. Так, что за полоски? Ой, парень с коробкой. Так. Чё надо сделать-то? Блин, не пойду я к тебе. Вы плохие. Какие-то полоски по бокам все ближатся ко мне черные. Что-то это как-то подозрительно. Мне кажется, что я сейчас так проиграю. Хотя, не знаю. Блин. Они уже красные, эти полоски. Чё делать-то? Где дом? Домик. Домик. Как говорил мой друг, не ори ты не в лесу. Да, в принципе, все так говорят. О, дом. Надо в дом. Черт. Немножечко мультиков. Гейм овер. Ага. Не понял. Я проиграл. Ну, ладно. Там чувак этот опять, да? Ну, опять ты, да? Опять мы должны смотреть, как ты киваешь головой своей. Я до дома не успел дойти, ты меня убил. Я проиграл, блин. Я с ума сошел, мой человек. Мой Ларри.
Так, вон, до перемоточки доходим, и нам должна открыться дверка. Так, свет не будем включать, сразу к перемотке. Да-да-да, мне тоже кажется, это все подозрительным, не тебе одному. Вот перемотка, включаем. Ждем, когда перемотается. И сейчас там дверь откроется, и мы пойдем на улицу. И надо по-быстрому только уже добраться до дома, пока меня не убили. А то там эти листики подозрительные с ногами. Листья с ногами. Они думали, я ничего не заподозрю. А нет. Да-да. Не буду я свет здесь нигде включать. Я вон сразу на улицу отправлюсь. Help me. Помогите мне. А что происходит-то? Иди вон на улицу. Прогуляйся маленько. Вон листики подозрительные. А я такой подхожу, думаю, все нормально. Ага, фиг там. Так, тихо. Парень с коробкой. Воу-воу-воу, полегче, как говорится. О, девочка. Девочка, я иду к тебе. Девочка. О, наркомания. Так, луна. Цифры. Непонятные. Что это такое? Странно как-то. Что это? Шипы какие-то. Пентаграмма прям какая-то непонятная. Ну, посмотрели, да хватит. Теперь отправляемся домой. Ай, где дом? Где дом? А то опять меня сейчас убьют. Это чё? Блин, почему карту нельзя посмотреть? Да ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Так, не хочу я к вам идти. Вы все плохие, я один хороший. Так. Блин. А ведь так все хорошо начиналось. Эй, где дом? Давай быстрее ищи свой дом. Ну, текстурка дома, прорисуйся. Я зайду и будет все хорошо, я пройду уровень. А тут чувак меня напрягает. Блин. Что сделать-то надо? Вроде до дома добежать я должен, да? Тут листики всякие какие-то. Я говорил, то, что на улице безопасно в прошлом выпуске. О! Дом! Отлично. Домой. Прошли. Отлично. Чудище. Прошли мы чудище. А, я думал, мы на него прям перепрыгнем. Будем с ним биться там, допустим, как-нибудь там. Ловушки ему ставить. А он просто будет нас преследовать. Походу, здесь опять на улицу выходить, да, или нет? Подожди, там чувака нету. Эх ты, зеленая луна. Ё-моё. Вот это да. Походу, я здесь тоже на время должен пройти по-быстрому. То есть, быстрое прохождение, я бы сказал так. Ну. Вот эта вот белая полоска, она меня напрягает. Что она обозначает вообще? Так, перемотка. Перематываем, 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 перематываем. Лево, право, право, лево, лево, право, право, лево. Зеленая луна. Включаем. Здесь лишки нету. Ух ты. Промигало. Значит, здесь кто-то есть. Или нет. Я сам пока не определился, как здесь определять, где есть монстры, где нет монстров. Сколько уже играю, никак не определюсь. Девочка опять какая-то. Встретила тебя уже на улице. Не хочу я с тобой в доме встречаться. Ты мне постоянно какую-то наркоманию показываешь. Я не хочу, чтобы ты мне показывал наркоманию. Я хочу время перематывать. Так, привыкают глаза, привыкают глаза. Ну, опа-на, отлично. Тихо, здесь нет никого, нет никого, нет никого. Там, может, парень с коробкой? Нет, нет никого. Так,
Эх ты! Прямо над нами. Пусто, пусто, пусто. Оп, нет никого. Включаем свет. Отлично. О, глаза привыкают. Отлично. Здесь, наверное, перемотка. Да? Скажи-то, что здесь перемотка. Скажи. Давай. Нет, граммофон. Сейчас музыка опять заиграет. Опять глаза привыкают. Перемотка, перемотка. Ну, давай, 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 давай. Блин. Так, вот здесь света нету. Ларри говорит, происходят какие-то непонятки. Ну, это мой перевод. Происходят какие-то непонятки. Далеко. Далеко идти. Да я здесь побегаю. Девочка плачет какая-то. Опять там, там свет вырубился. Прям... Там сверху нет никого. Нет никого, нет никого, нет никого. Включаем свет. Привыкают глаза. Девочка плачет. Фак. Это страшно. Здесь нет никого. Отлично. Можно включить свет. Надеюсь, здесь будет перемотка, и мы пройдем этот левел. Потому что я не знаю, мне уже раздражает. Девочка. Ё-моё, сзади кто-то идет. Кто-то идет сзади меня. Да, и спереди. Свет кто-то выключает. Так, опять вниз погнали. Погнали опять вниз. Идем. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ну, сейчас двери откроем и все. Прошли. Кончаются наши косма... Блин! Перекати поле это. С ногами. Кустик с ногами. О! Все, отлично. Зеленая луна, прощай. Здравствуй, солнце. Обожаю солнце. Игра, по которой я полюбил солнце. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Непонятно. Погнали дальше. Так, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Блин, опять этот мужик. Чего ты ему дома не сидится? А, время-то не идет, так, если мы будем свет включать. Ну, значит, не будем свет включать, идем сразу до перемотки. Здесь нет никого. Ай, опять на улицу, опять с этим мужиком. Он меня пугает. Потому что из-за него я... Нифига себе. Вот это комнатка. Вот это да. Тихо. Ага. Опять на улицу. Ну что ж, идем. Идем на улицу. Встретимся лицом к лицу со своей опасностью. Блин. Я хочу пройти игру. Я не хочу проигрывать. Блин. Сзади меня кто-то идет. Там лампочка начала мигать. Эх, как вас здесь уже много. Там девочка, что ли, стоит? Рядом с вами, нет? Мне, значит, показалось. Так, бегом до дома надо. Пока эти мужики, блин, переодетые в костюм листьев, не убили меня. Так, давай переходи вперед. Вон дом, давай вперед. Как быстро в этот раз нашли-то? Легко и просто. Так, глазик и песочные часы сверху этого глазика. Как-то непонятно. Так. Опять зеленая луна. Луна, луна. Та-та-та-там. Цветы, цветы. Тор-та-том. Так. Стоим, ждем. Кого ждем? Чего ждем?
Виселицу ждем. Неплохо. Так, давай, давай, давай. По-быстрому, давай, по-быстрому. Ну? Ну? А! Опять девочка плачет. Там что, мужик с коробкой? Нет. Нет, там парни с коробкой. И плачет девочка. О, перемотка. Какая-то белая полоска, которая меня раздражает немного. Так, а здесь крик маленечко плач ее усилился. Мне кажется, это не есть хорошо. Я бы так сказал. Маленькая комнатка. Нет никого. Да не дверь, а свет. Блин, где-то свет вырубился. Где? А, понятно, в той комнате, где проснулись. Так, здесь пусто. Здесь нет никого. Отлично. Ой, опять записки. Здесь есть что-нибудь вообще? Нет, нету. Давай дверку открывай. Да, ё. Да сейчас я туда пойду. Конечно. Все как скажете. Так, включаем свет. Кто-то в двери ломится. Да подожди ты. Да, я с кухни приду. Открою сейчас. Вообще гостей я никого не звал себе в гости. Да ё. Там он. Там Ларри? Внизу еще один Ларри? Йо! Вы видели? А, Ларри убил Ларри! Йо! Походу, чувак в натуре с ума-то сошел. Что-то вообще непорядок какой-то. Ладно, дорогие друзья, я прошел уже два уровня, и я так думаю, на этом хватит на сегодня. Потому что в натуре уже какие-то непонятки происходят, и я уж не могу играть, потому что я устал перепроходить уровни из-за этих проигрышей. Итак, на этом все. С вами был Виндед. Подписывайтесь на канал Реактор Сити. Подписывайтесь на канал Виндед Channel. Я в каких-то непонятках. Вступайте в группу ВКонтакте. Да, ё! Вступайте в группу ВКонтакте. Посетите наш сайт. Я опять проиграл. И, в общем, до скорого. Офигеть просто. Просто офигеть.